Всем доброе утро. Смотрю, вон скорая едет. Кому-то приезжала. Утро, да, доброе, но такое дождливое, пасмурное. Солнышко сегодня нет. Но я иду в кепке, потому что очень сильный ветер. Еще думаю, даже капюшон одену, может быть, на куртке. Вот, опять укутываемся в куртке. Вот, дождь периодически идет. Сейчас собираюсь проехаться по магазинам. Кое-что закончилось. Беру вас с собой. Вот, сейчас в последнее время не стала вкусвилл заказывала. Но они сейчас установили лимит, потому что я делала небольшие заказы, где-то рублей на 600, на 700. И так, может, заказов 4-5. Им это не нравится, потому что наш город находится далеко от Тулы, а везут они из Тулы. Вот, и поэтому установили лимит теперь на месяц 1200. Ну, мне на 1200 там покупать совсем нечего. Вот, и я всегда стараюсь там купить именно со скидками 40%, 20%. Поэтому я там и делала заказы такие именно небольшие. Ну, пойду, пройдусь по нашим магазинам. Все из продуктов только буду покупать. Ну, все, отправляюсь. И вот то, что у нас сегодня на улице. Ветер действительно сильный, дождь, как я уже сказала, периодически идет. Ну все, укуталась по полной, капюшон, кепка. Ветер теперь не страшен, и дождь тоже. Так, ну я уже на территории рынка. Пойду посмотрю сначала морковку. Эти просто мелкие, а на фото еще. Так, ну вот морковка, помидоры, огурцы, петрушка. Вот петрушку еще хотела купить. Яблоки, так, орехи. Слива. Так, ну что, что-то мне там морковка не понравилась. Сейчас посмотрю, тут есть морковка. Какая-то вся крупная везде. Не хочу прям чересчур. Оковалки какие-то, морква. Очень-очень крупная. Хочу помельче. Может, в магазине тогда купить. И тут тоже крупная. По 50 рублей. Кабачки 200. Нет, наверное, пойду в магазине где-нибудь поищу. Чересчур крупная. Сорт, что ли, такой. Не пойму. Да, такой дождик маленький. Моросит прям неприятный. Погода какая-то не весенняя, а осенняя у нас сейчас. Тыква, картошка. И тут морковку. Может, тут куплю сейчас помельче вроде бы. А морковка почем у вас? Заглянула в Победу. Особо ничего нету. Полинки печенье хочу купить. Тут вот есть у нас черная смородина. 300 грамм, 113 рублей. Так, что тут еще? Цветная капуста.
замороженная. Так, почем она-то? Капуста брокколи, овощное рагу. Капуста цветная, вот написано, 175 рублей. Брокколи 179 в прозрачных упаковках. Клубника 189 за килограмм. Шампиньоны есть 140 рублей. Вот такие печенья Полинки беру. Хороший состав. Стоит 100 рублей такая упаковка. Здесь в Пятерочке брала 110. Была цена. Так что получается по всем магазинам. И на базар, и в Победу. И сейчас вот в Выгоду зайдем. Здесь посмотрю сейчас гречку. Может, пачку или две куплю. Элитная. А сколько же там грамм? Прям немного, прям как-то. Вон чечевица есть красная. Ну а теперь приехали в Да. Тоже надо тут закупиться. Фрукты какие-то купить. Может, зелень. Сейчас посмотрю, что тут есть. Все-таки здесь выбор побольше, чем в других магазинах. Ой, какая-то корзина мокрая. Какие-то миски продают тут, цветочки. А, это наборы для пикника. А, ну тут все для пикника. Цветочки, лейки. Ну, здесь все для сада-огорода. Полинке хлеб надо взять с отрубями. Так, ну вот что купила: яблочки, кабачки, хлеб Полинке, вот такой салатик купила, вот сыр ей такой какой-то новый купила. Упаковку мандаринов. Сыр Бурат опять Полинки. Яблочки. И авокадо. Так, и вот мой чек. Что-то есть со скидками. Кабачки были со скидкой. И, по-моему, и все. Остальное все без скидок. Вот. На 1400 рублей набрала. Ну, почти 1500. Вот все покупочки. Вот здесь по левую руку у нас ДК недавно отремонтировали. Вот площадь такую сделали, скульптуру, лавочки. Хотим сейчас заехать. Вот здесь Магнит есть. Он чуть побольше, чем с нашим домом. Посмотрим, что здесь. Здесь такие палаточки настроили у нас. Фермерские продукты какие-то. Надо тоже зайти посмотреть, что за фермерские продукты там открыли. Ну, озоном уже никого не удивишь. Вот. Молоко, индейка, может, там и мясо еще есть. Тут даже пустое здание. Здрасте. Так, ну и последний заход. Пятерочка наша. Возле дома посмотрю, что здесь продают. Здесь вот киви есть в упаковке.
есть на развес, и есть вот такой еще. Киви по 3 штуки спелые. Виноградик. Груши. Вот такой авокадо. В пачках нет, плохо. Хотела в пачке конференции. Груши 220. Яблочки. А, вот авокадо в холодильнике лежит. 190 рублей. Так, ну все, моя рыбка готовится. Ой! Прям такой горячий пар оттуда пошел. Ну все, пусть готовится. Прям пахнет окунем. Вкусно-вкусно. Здесь замочила шиповник. Сейчас промою и надо заварить чай. Очень, кстати, хорошо мне помогает в моих сегодняшних проблемах. Вот прям и для желчного. Там много витамин С. И кислотность повышает. Вот шиповник — это прям золото. А тут у меня замачиваются орехи. Сейчас уже буду тоже их промывать. И уберу в духовку уже на ночь. 50 градусов. Приоткрытая будет духовка. И вот всю ночь они мне так простоят, просушатся. И на утро я их достану и соберу в баночку. Все, можно их употреблять в пищу. Там у меня грецкий орех и бразильский орех. Выходим из подъезда, и нас встречает солнышко. Это хороший знак. Слышно. Да. Ой, какая красота. Солнце, правда, заходит, но не суть. Зато красиво. А то целый день был дождь. Пасмурно. Там идет концерт. А мы укутались по полной, потому что дело к вечеру. Вот. Плюс сегодня на улице холодно, сыро, дождь. И был ветер. Кстати, сейчас, по-моему, стих ветер уже. У нас ой, сегодня. Ветер будет при солнце. Ну да, ну был сегодня. Был. Солнце красивое. Ой, какая красота. Так, а у нас сегодня 1 мая, праздник. И такая ненастная погода. Но я думаю, сейчас такая погода у всех. Мы решили прогуляться до города. Там идет какой-то концерт. Сегодня должны открыть фонтаны наши цветные. Но решили... А это 2-й год или что? Не помню. Решили прогуляться, посмотреть на открытие фонтана. А ты не помнишь, что в том году тоже 1 мая открывали фонтан? Ну, или 9 мая, что-то я не вот, помню. Еще лучше. Но уже мы не видим здесь солнышко, только отблески. Ну все, идем. Ой, ой, как красиво. Где? Не, на фоне тучи не видно. А, да. Стэчку. Главное, мы идем. И так красиво. Пусть холодно и сыро, но солнышко как-то уже повеселее немножко. Должно быть открытие фонтанов. Тут уже все настроили. Фонтан должны 8 открыть. Я даже время не знаю, скоро. Ну, скоро уже. Да. Кафе. Вот в кафе там тепло сейчас. Сидят, вот они увидят, как фонтаны открываются. Может, нам тоже сходить вот на этот столик? Thank you.
такие праздники, когда праздники, хочется тепла. А который, День Победы. А который год все время холод. В том году тоже на майские Почему праздники было холодно. Ну, потому что словно будут делать. Хоть прогуляться без дождика. То целый день шел, моросил. Считай, что осталось только 2 недели. До чего? До конца какого? Лесь, учебного. Полина все считает дни, когда же будут каникулы. Осталось месяц. Я говорю месяц, а Полинка говорит 2 недели. Потому что у нас так и так получается. Какие-то мы, во-первых, не учимся. Я не считаю выходные еще. О, а ты много чего не считаешь. А я наоборот считаю все. Наша учитель сказала, что 17-го мы еще учиться не будем. А почему 17-го? Я тебе говорила. А что 17-го будет? ЕГЭ. Ну это ты прям так округляешь конкретно. Да. И 23-го мы заканчиваем учиться. Понятно. Ну тогда 3 недели осталось учиться. 3. Да. Почему так рано 23-го-то заканчиваете? Непонятно. Странно. Обычно где-то до 28-го учатся. Так, это у нас площадь, как она называется? Ну, в общем, Вечный Огонь. Площадь Победы, вот, солдат, Вечный Огонь. И вся дорога мокрая после дождя. Гуляем, дышим воздухом. Говорят, что после открытия... Да, после открытия будет дискотека? Ну, сразу. Сразу прям 8 будет дискотека? Посмотрим, что там за дискотека такая. Я надеюсь, то, что, песня там, да? Это сейчас-то песня. Сейчас 80-х годов. А дискотека, небось, будет для молодежи. Вечный Огонь, да. Хотя люди тоже все видели, да. Но вот в Узловой не видели. Вот такой Вечный Огонь, звезда, цветочки. Вот так вот. Мы все время тусовались. Отсюда вот такой вид. Ходим с зонтиками. А то вдруг дождик соберет. А смотри, какой красивый закат, Полина. Закат, смотри, какой красивый, да? Да, такие цвета красивые. Да понятно, конечно, лучше. Ну что, дальше пойдем? Да. Или вокруг пройдем? А здесь детская площадка у нас. Детей мало что это. Так, ну ждем открытия фонтанов. Песни Антонову поют. Тут у нас глава города дает интервью. Нашему местному телевидению «Каскаду». Ну и где? Там сейчас был, а фонтанов нет. Все. Отсчет был для чего? Ну, что сейчас будет. Уже ты слышала, когда 3-2 один был? Ну, я помню, да. Вот. Все, включили. Ух, все сразу, ой. В этом году салюта нету на 9-е, есть только фонтаны. А что это вот этот не включает? Сейчас не работает? Не сработал, что ли? Не, ну они, по идее, должны были проверять, наверное. А что же не работает? Сюда свет нам направили. Мы же их не видели. А вот загорается. Сейчас созреет. Говоришь, так, 1, 2, 3, 4. Ну что ты, 5-й не загораешься. Не работает. Светится, а вода не идет. Замерз, наверное. Замерз. Там еще за этим. Еще там? Да, вот я смотрю. 1, 2, 3, 4, 5. 5, значит, работает. 1 заглох, ну и все, тут больше нету. Прикольно. Он не сработал. Орео, мы ставили 5 куда-то.
Да, что-то. А где дискотека? Ну вот, дискотека. Уже не он поет, а уже, наверное, дискотека. Да, так этот не сработал. Да? Так и не сработал. Вы же их не видели. Я их снимала. Встретимся еще. А я думаю, я тут говорю, думаю, тишина. А Полина там кого-то встретила. Это, по-моему, из детского сада, да? Да, наша Белоброва. Да. Кто кого увидел-то? Она, я что, в лес смотрю? А, ну Полина, как всегда, не видит. Полина на фонтаны любуется. Паука нашла. А, да. Был паук в том году, мы тут нашли паука. Ну вот, все, теперь все лето будут литься наши фонтаны цветные. Когда будет жарко, тепло, да, будут все тут на лавочках сидеть. А потом они на каждый раз позже выставляют время, например, в 4 вечера потом. Да. Было все время, говорят, в 12, а потом они все позже и позже. Так и не загорелся последний фонтан. Ну вот, все, встретили мы фонтаны. Встретили 1 мая. 1 мая 2023 года. Встретил вообще народ. Попрыгали, поплясали, потанцевали, погрелись чуть-чуть, но все равно холодно. Плохо, конечно, все хорошо, только два минуса. Что холодно, второй минус, что завтра Полинке в школу. Вот. Повезло, что ко второму. Ну ладно, прогулялись. Не пойдем в магазин. Ты хочешь в магазин? Ну не знаю, тебе надо что-то. Мне ничего не надо. Или ты хочешь? Что ты хочешь? Хотел. Хочешь? Ничего. Нет, все есть. Ну хорошо, хоть. Единственный плюс, что не было дождя. Да. Мы уже этому рады. Холодно, да. Но хоть дождя не было, хоть чуть-чуть. Без дождика прогулялись. Кузенька, это лимон. Это лайм. Молодежь, конечно, много. В основном дети, да? Там прыгали, скакали. Наш местный телевидение там всех снимало. Интересно, мы-то в кадр попадем, нет. Там покажут всего 15 секунд. И все. А снимали, столько снимали. Самых энергичных пока. Ну, конечно, самых энергичных.
У нас тут еще свет не включили, мы уже подходим к дому. Ну, сегодня, наверное, мы закончим наше видео. Всем счастья и добра. Мы пошли греться домой. А я сейчас иду в больницу. У меня сегодня УЗИ щитовидки. Это уже не к моим обследованиям, про которые я вам говорила, просто для себя. 2 года назад я делала последнее тоже УЗИ. Мне было написано контроль каждый год. Но вот в том году я не делала. В этом году записалась. Но я хочу сказать, что я же вам говорила, что проблемно записываться. Вот в предыдущем видео я вам не упомянула, сейчас хочу сказать. Значит, я записывалась на УЗИ, когда брюшной полости. Меня записали, медсестра позвонила, все, я прихожу в назначенный день. Кстати, было 13 число. Может, несчастливое было число, не знаю. Прихожу, а мне говорят, а вас нет в списках, вы не записаны. Ну как же так? Мне звонили, сказали, ну нету. В итоге, конечно, меня никто не принял. И вот по новой я опять пошла к терапевту. И по новой записывалась на УЗИ. В общем, такая история. Надеюсь, сегодня я точно попаду, потому что я взяла, пошла направление, чтобы оно было у меня. Вот. В общем, тяжелый случай идти в больницу на различные обследования. Лучше туда не попадать. А на улице сегодня хорошо, солнышко. Одуванчики. Тут у нас поликлиника. Ремонт продолжается. Наверное, это надолго. Так, я иду вот в это здание. Здесь делают УЗИ. Здесь у нас на первом этаже флюр делают, а мне надо на 3-й этаж. Всем доброе утро. Начались длинные выходные. В честь праздника Победы, да, 9 мая. Полинка 4 дня дома, вот, и сейчас мы с ней собираемся идти в кино. Утро раннее, и самое прикольное, что мы одни будем в этом кинотеатре, если только накануне кто-то еще надумает, но мы смотрим по билетам, пока мы только одни идем. Ну, будет прикольно в пустом зале, и мы вдвоем, так я еще в кино не ходила. Пойдем мы здесь через площадь. Людей мало, вот одни голуби. Где все люди? Ну, выходной, кто куда уехал. Смотри, как пусто, да? Ой. А мы хотим, чтобы в кино кто-то был. Одни мы, такое ощущение, что мы одни живем в городе. Прикольно. Поделитесь, кстати, в комментариях, чем занимаетесь вот, вы на выходных. Ух ты! Пойдем там пройдем. Да. Чем? Ну что, чуть-чуть мы завернем. Прикольно, иду по Линке, говорю, я весь город наш. И мы одни почти в этом городе. Так, ну тут все чистенько, аккуратненько. Должны цветочки скоро вырасти. Пока все засадили, юность пустая. Ждет нас. Представляете, мы идем. Долгожданные гости для юности. Мы идем в кино. Встречайте нас. Скажет, откуда ж такие люди взялись? В 10 утра. Так, вот какой-то новый фильм вывесили, Каха, с 25 мая. 16+. Камеди, Камеди Радио, что это? 16+. Камеди Радио. Что тут еще-то? Вот, молодежный театр, Полина.
Ну, это для детей маленький гном, дюймовочка для детей. А вот еще какой-то вечно живые какой-то. Опять для детей. Ну, я тебе говорю, театр. Фильмы. Май-май-май. Май-май-май. А это что? Художественный фильм «Волшебники» 16 мая. Ой, мы одни единственные. Прикидываешь, парень. Уважаемые кинозрители, прослушайте информацию по противопожарной безопасности. Очень. В нашем кинозале один основной... Можно садиться, куда хотим. И два дополнительных... Но мы пойдем на свои места. Сразу на улицу, слева от экрана, обозначены встречным знаком выхода. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, да? Вам необходимо... Да ладно, не верят, что ли, нам? Мы же купили. Просим зрителей с первого по четвертый ряд воспользоваться дополнительным выходом на улицу. Все, слушаем рекламу. В нижней части зала. Так, какие впечатления, Полина, в фильме? Хорошие, потому что там, во-первых, очень много музыки, очень много поют и очень много оперы. Опера классная. Да, фильм оперный. Это, конечно, на... Мне. Да. Для музыкальных... Пойдем, мы туда пойдем. Для музыкальных людей. Вот. Мне интересно. Опера. Ну, вот я говорю. Фантастика прям вообще. Ну, фантастика, опера. Попадает, ну, в общем, в другой мир, 12+. Ну, хотя на без семейный, ну, можно, конечно, сходить. Ну, кто вот музыкальный такой? Ну, опера, в общем, опера. Там пели. Конечно же, там не... это зарубежный фильм. Да, ну, фильм зарубежный, и пели, да, конечно. И субтитры там были на пение. Нет, но перевод был на русском. Да, ну, я говорю. Вот. Ну, такая сказка. Сказка. Парень переходил в другое измерение. Да. В сказку. Через какую-то школу Моцарта. Портал, да, школа Моцарта. Не бывает вообще. Так можно посмотреть на один раз. Ну, в общем, и так вдвоем мы сидели в зале. Никого не было. Вот сейчас хоть люди появились. Ну, люди появились, конечно, время-то уже сколько. Полдень. Пойдем до магазина, дойдем, посмотрим. Нам надо огурцы купить. Что-то мне уже даже никуда не уходит. Овощной. Вообще холодно. Холодно, там прям в зале холодно. На улице сейчас холодно. Мне с самого начала было холодно. Так, сейчас сюда зайдем в овощи. Кое-что купим. Так, ну закупились тут. Что мы купили, Полин, подержи за одну ручку. Огурчики, помидорчики, так, петрушку, морковку, цветную капусту. Ну, подержи, сейчас знаешь, что покажу, что мы купили еще. Абрикосики, там продавали такие маленькие абрикосики. Посмотрите, какая красота, по 300 рублей. В общем, на все про все истратили, там киви еще купили, да? На все про все истратили 800 рублей, вот, два пакетика овощей и фруктов. Да, все, домой. Ну вот, так что мы здесь закупились, теперь на базар не пойдем. То хотели на базаре морковку купить и петрушку, купили здесь все. Ну и хорошо, а цены те же самые, что и на рынке. Нам бы туда вообще. Нет. А, ну да, ну можно там перейти. Ну вот так вот наискось пойдем. Наискось пройдем быстренько на ту сторону. Ну да, нам туда надо. Чего вот прям большой такой уж сделаешь? Бургер? Какой бургер? А что? Причем тут это вообще? Светофор? А. Ну, наверное, новый. Ну, чтобы видно было всем. Да, холодно на улице, бордюр, холодно. Ты же помнишь, что тут было? Да. Только на той стороне. Так, идем уже к дому, подходим. Тут такая красота, тюльпанчики. Ну, они, наверное, тут в тени вот даже не распускаются. А вон, да, вдалеке, возле того дома, там, видно, уже распущены тюльпаны. Там они на солнышке. Там есть и желтенькие, и красненькие. Красиво. Только холодно, плохо.
А, посмотрите, какие у нас тут дороги возле дома. Вот уже живу в этом доме 10 лет, дороги не делаются вообще. И порог вот этот. Когда нам этот порог делали, не помнишь? Тоже год или два назад. И вот опять весь разрушенный. Не могут сделать как следует.